27 ноября в Центре социального обеспечения Управления социальной защиты населения подвели итоги фестиваля семейного творчества под названием «Семейная звезда». Он начался в сентябре этого года. Финал разделен на две части. Первая совпала с Днем матери, и это определило основную тему выступлений. Молится мать и сыну, иконку в карман кладет, верит душой и сердцем, молитва до Бога дойдет. Может, поэтому жив он и счастьем не обделен, что от любых напастей этой молитвой спасен. Мама должна быть доброй, ласковой, нежной, чтобы она любила своих детей, всегда поддерживала их в трудную минуту, всегда улыбалась, чтобы не показывала, что, например, ей на душе, если плохо, чтобы дети всегда ее считали самой-самой лучшей. Наряду с мамами среди участников фестиваля немало бабушек. Им более других знакомы материнские хлопоты. Ведь заботиться приходится не только о детях, но и о внуках. Кухни велик я нашел и квартиру всю подмел, но осталось от него 3 соломинки всю. Бабушки, как всегда, больше любят детей, чем мамы, чем своих детей. Они всегда, я свою внучку, я не могу, как без нее, я не могу дня прожить. Еще один образ фестиваля – родина-мать. Все мы – дети своей земли, и чувства наши к ней – сыновние. Участники фестиваля продемонстрировали их, как подсказало сердце. Где найду я страну, что заменит Россию? Где такие? Журавля. 15 финалистов были награждены сладкими и умными призами, но большее удовольствие они, несомненно, получили от взаимного общения и темы праздника, которая вряд ли кого может оставить равнодушным.